сирийской провинции Идлиб. В результате взрыва погибли около 40 человек, 12 из них дети. Десятки людей получили ранения, многие госпитализированы, разрушены два жилых здания. Взрыв прогремел на первом этаже одного из них. Как выяснилось позже, там находился оружейный склад. Он принадлежал джихадистской группировке, причастной к Аль-Каиде. Идлиб – последний крупный анклав повстанцев, воюющих против Асада. Ожидается, что именно он станет следующей целью сирийских вооруженных сил.